Слушай, у тебя там между ног какая-то кабака висит, она тебе помогает ногами идти. Привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, скажи веселые слова. Всем привет, филилить, дрить. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем все-таки выяснять, какой монстр Хендерсона самый быстрый. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Все очень просто. Мы ставим NPC-шки вот таким вот образом, и через C можно в них вселяться и управлять. А ну, Сережка, нажми пробел, у тебя прыгает все? Да, прыгает. Ого, я так высоко прыгаю. Кстати, да. Допилили управление, раньше как-то все лагало, теперь прям мягенько работает. Ну что, ты готов? А я готивка. 1, 2, 3. А я бегу, 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 ручечками махаю. Эй, слышь, ты свою шкуру задери от головы, я быстрее. Если бы ты не отгибал мозги, ты бы медленнее бежал. Ты не понимаешь, это такая скорость у меня, Дима. Так, на тебе такого. На меня такого. Ой, ой, где он? Подожди, стопэ, что-то не пошло не так. О, отлично. Так, сейчас же будем проверять, кто же быстрее, Cartoon Dog или Cartoon Cat. 1, 2, 3. Я пополз. Мне кажется, одинаково бегут. Я тебя не догоняю. Или нет, ты отстаешь. Нет, ты быстрее. Я быстрее. А что ты как модель по подиуму ручками машешь? Я Майкл Джексон. Настроение, ребята, классное. Надеюсь, вы смотрите наши ролики. Подпишитесь и поставите лайкосик, потому что мы стараемся, Серега, поднять настроение людям каждый день. И надеюсь, у нас это получается. Этот уже был челепиздрик. Так, сейчас будет у нас Cartoon Dog с курицей. Это как-то очень странно будет смотреться, но мы постараемся. Я как крахит хочу. Ребята, напишите в комментариях, кто же быстрее, курочка Ряба или Cartoon Dog? Cartoon Рахит. 1, 2, 3. Давай, давай, курочка Ряба, беги. Эй, ты, Майкл Джексон, остановись. Не остановлюсь, догони меня. Ну, пожалуйста, остановись. А если буду пробел нажимать? Нет, это не работает, только жопа задирается. Так, ты быстрее, оказывается. Курочки Рябы. У нас есть вот такой вот чилипиздрик. И вот такой вот чилипиздрик. Это уже, знаешь, эта курица Ряба разозлилась, то, что проиграла Cartoon Cat. Вот у меня какая-то... Cartoon Man и Chicken Host. 1, 2, 3. Да что, голова телепается, а я еле иду. Еще рот разевает. Обиженный. Но мне кажется, самый быстрый будет из сиреноголовых. Вот такое ощущение, что они реально быстрые будут. Вот такой челепиздрик и вот такой. Это что за лошадь? Вы же видите, ребята, что мы пропускаем громаднейших монстров Хендерсона, потому что мы не знаем, какую карту нам скачать для их теста. Если вы знаете название громаднейшей карты, напишите в комментариях, и мы на ней запишем тест скорости громадных монстров Хендерсона. Или даже запишем рубрику «Какой самый большой монстр Хендерсона?» 1, 2, 3. Эй, костяная нога, дай пирога. И там, моя. Ты очень быстро бегаешь. Конечно, у меня ноги больше, чем у тебя. У тебя культяпки, а у меня, не знаю, лопаты какие-то. Я родственник статуи 173. Так, на тебе вот такого челепиздрика, а на у меня вот такого. Посмотрим, они разные или одинаковые. Привет, как дела? Что за... У тебя тоже камера рахитно работает? Да, да. 1, 2, 3. А я бегу, бегу быстрее тебя. Нет, одинаково. Да, одинаково, Дим. Одинаково, одинаково, ничего не отличается. На тебе, по башке. Жизни не видно, ничего не видно. Хорошо, Сережка. Это все хорошо. Ну, теперь у нас пошли фонароголовые. Ой, так. Свет мне запилил. Это что за глистима у тебя? А ты можешь прыгать? Да. Нет. А, нет, нет, не могу. Так, ну что, кто быстрее, глисты или фонароголовые? 1, 2, 3. Глисты вперед. Глист быстрее, Дим.
Я еще могу прыгать в воздухе. Как-то очень странно она это делает. А как я дамажу? А на R? Анимации никакой нету. Так, глисты сегодня рулят. Как-то странно звучит очень. Так, вот такой у нас есть. И вот такой вот. Они все-таки разные, потому что находятся в разных ячеечках. Я думаю, что одинаково будет бежать. Давай, раз, посмотрим. Два, три. А я бегу, 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 бегу. Давай, подожду тебя, чтобы одновременно. Да, одинаково. А полностью и жопа блестит, как у меня все. Все одинаково. Маслом обмазались. Ну, так, вот такой вот есть. И вот такой челепиздрик. Кстати, у меня что-то с глазами не то. Они как-то смотрят не... А у меня что? Косоглазит немножко. Очень прикольный телепиздрик, и мне нравится. Кстати, он очень быстрый. Ну что, раз, два, три. Бегу, бегу, бегу. Куда-то да бегу. Нет, я одинаково с тобой бегу, полностью идентично. Ничего не отличается. Да, одинаково. Это очень плохо. Ой, хорошо. Так. Вот такой вот есть червяк Джимми. И вот такой вот дом. Маленький глистый палочник. Это палочник? Прокисшее молоко. Прокисшее молоко? Не, не надо быть прокисшим молоком. Так, раз, два, три. А я бегу за прокисшее молоко. А глист проиграл этот раунд. Так, понятно. Молоко быстрее глиста. Глиста. Вот такой у тебя головастик, на похоже на Малакеева. И вот, о, ну это, конечно, сравнивать так сейчас тупо будет, но мы проверим. А вдруг? Ты меня хоть так, видишь? Да, я тебя вижу, главное не раздави тебя. Так, так. Это же колобака, Дима, помнишь? Оранжевый апельсин. Да, 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 да. Он мутировавший. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Да, нифига себе, ты полкарты прыгаешь, так нечестно. Я тоже хочу прыгать, маленький сантиметрик. Тлинь, как в Марио. Ладно, ладно, ладно. Хорошо, на тебе стреляльщика. И есть еще один стреляльщик. Все-таки они отличаются чем-то по любасу. Раз, два, три. Погнали. Какие блатные идут. Мне кажется... Нет, мне не кажется, мы одинаково бежим. Все сходится, все четко. Смотри, как ходит, как блатные какие-то. О, я могу по тебе стрельнуть. Ай. Попал? Да. Слышь, ты меня убил, да ладно. У тебя что, пули выносят триллион хп? Сиксиллион. Хорошо. Вот такой тебе жабочник. А мне вот такой вот чилипиздрик. Ой. О. Так. Раз, два, три. Так. Не, жаба, стой! Ладно. Нет. Не-не-не, ты быстрее меня, у тебя кишки из живота торчат. У меня дополнительные пары рук помогают бежать. Хорошо, жаба лучше всех. На тебе. О, ребята, пошло самое интересное. Пошли сиреноголовые. А вот мне кажется, что какой-то сиреноголовый будет очень быстрым. Мы это проверим сейчас. Раз, два, три. Погнали! Ого, я на жопе скольжу, ничего себе, санки отдыхают в сторонке. Конечно, маслом смазал жопу. Ну да, кстати, он разгоняется все больше и больше. Хорошо, на тебе такого челепиздрика, а мне вот такого. О, сирену подрубил, нормально. Один, два, три. Побежали, побежали. Да, не, я... Быстрее, потому что я это задействовал еще и руки. Ну, а я не могу руки задействовать, хотя надо было бы... А, ты хотел меня замочить? Не-не-не-не-не. Я не орешаю тебе. На тебе такого. Кстати, это тоже очень быстрый. А мне вот такого. Так, у меня уже такое ощущение, что мой черный будет сейчас жучить всех. Конечно, я помню с тех серий... Он, помнишь, насколько он быстрый? Какой-то вообще неадекватный челепиздрик. По куски всех рвал. Раз, два, три. Во-во-во, о чем я и говорил. Что он разгоняется и начинает просто струячить. А он уже еще и телепортируется, если не ошибаюсь. А я не знаю. Нет, это, наверное, только NPC может. Я не могу этого делать. А очень хочется. Хорошо, хорошо.
Вот такой вот еще есть у нас челепиздрик. О. Ой, это полкарты занимает. И вот такой вот Костяшкин сын. Ой, прикольно. Мне кажется, я сейчас буду с тобой вместе, как рахит, бежать. Два рахита. Так. Раз, два, три. А я бегу. Нет, куда я бегу? Я еле хромаю. Рахит. Да ну вообще, костяная нога, быстрее. Это с шифтом при том. Без шифта вообще еле идет. А ты смотри, я на шифт нажимаю. А, ладно. Твой так же самое бегает, медленно-медленно. Я видел. Кстати, напрашивается рубрика, какой Monster Hunter сына самый медленный. Так что, ребята, 5000 лайков, и мы сразу снимаем, какой Monster Hunter сына самый медленный. И еще рубрика будет, какой Monster Hunter сына самый большой. Но для этого надо поискать нам карту. Раз, два, три. Горка, беги, горочка, беги. Че, сделал, да, костяную ногу? Да, ну... А че я тебе его выдал? А, их же два здесь костяных нога. Я понял. Давай тогда возьмем горку тебе, а я возьму другого. Все-таки, мне кажется, будет разница. Давай вот с этим стестируем. Так, вот так будет почестнее. Готов? Один, два, три. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. У тебя этот, на горке такой хобот, как у слона с зубами. Это очень странно смотрится. Я этим хоботом могу бить еще. Не, а ну иди сюда, что ты сказал? Да ладно, с одного раза! Ты читер! Я тоже так хочу! Надо снять ролик, Серега, где мы будем в них селяться и драться. Да, можно. Прикольно будет. Кстати, очень много рубрик мы теперь можем запилить с этими монстрами. Раз, два, три. Давай, давай. Эй! Слышь, у тебя там между ног какая-то кабака висит, она тебе помогает ногами идти. Блин, ты очень быстрый. Похоже на скромника, да, челепиздрик этот? Есть такое. Хорошо, хорошо, ты меня расстраиваешь, у тебя все быстро. На тебе коняку безголовую. А я буду вот этим. О, костяная. Это что за баба-буба чернобыльская? Не помню. Я. Так, один, два, три. Ладно, ладно, я шифт забыл нажать. С шифтом я намного быстрее бегаю. А у тебя даже анимации нет, у тебя просто... Летающая штуковина странная. Я высираю этих еще, какая хе, оказывается. А, ну иди сюда, я тебя сейчас задамажу. Ты чё срё... Эй, ты насрал там говно. Сейчас уберу. Да ладно, пусть будет. Так, два челепиздрика, я уверен, что они бегают одинаково. Даже не будем проверять, потому что они с виду полностью одинаковые. Ой. О. Ну чё? Раз, два, три. Беги, Серега, беги. Одинаково. Или я догоняю тебя чуть-чуть? Тут не поймешь. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, Дима. А ну иди сюда, я тебя лупану разочек. Не дам. Ах ты. Мазила. Моя... Да что ты мочишь меня с этого раза? Я тебе рукой помахал, и ты умер. Я не знаю, почему мне такие попадаются. То тебе попадаются эти ваншотные челепиздрики. Так. О, девочка йо-йо. Давай их сравним. Они все-таки одна злая, одна добрая. Может, все-таки они отличаются по скорости? Раз, скины разные. Раз, два, три. Я быстрее, Серега! Иди сюда, я тебя ножичком. А ты догони меня для того, чтобы меня замочить. Давай. Иди сюда. Давай, 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 давай. Эх ты. Давай, будем в ладошки играть. Да ты задрал, ну что ты убиваешь меня постоянно? Я не знаю, почему-то. Так, мы доходим до банановых челепиздриков. Так, отлично. А если я нажму R, что будет? Я встал. О, ты встал. Значит, скорость будет одинаковая, наверное, у них, раз ты встал. Наверное. Давай проверим. Давай проверим. Один, два, три. Ладно, давай сейчас их поставим, и ты не будешь вставать. Давай. Реально интересно, будет твой быстрее или нет. Чпонькс. Чпонькс. Ну-ка. Раз, два, три. Я быстрее. Разработчик молодец. Реально молодец, что так сделал. Смотри, те какашки, которые я выставил. Эй, они выросли. Я чищу карту, не надо расти, я не разрешаю вам расти, только мы растем. Так, вот такой вот есть.
И вот такой вот есть. Я думаю, что они тоже будут отличаться по скорости. Но может и нет. Раз. Видно. Два. Три. А нет, одинаково, Дима, одинаково. Да, полностью идентично. Так, на данный момент мне кажется, что тот сиреноголовый, черный, самый быстрый. Или на который на жопе скользит, еще неизвестно. О, это что-то из новых уже. Демоны какие-то, да? Мне кажется, они будут одинаково бегать, но сейчас проверим. Один, два, три. Один, а, да, одинаково. Я хотел задамажить. А ну иди сюда, давай, одинаково бегает он. Ого, я прыгаю. А, это ты мне дома... А что? Да что? Ну почему? Твой всегда сильнее. А какую ты кнопку нажал? Ты такой взрыв забил. Левую. Нифига. А ну нажми еще раз левую кнопку, в дом только стрельни. А, надо... А ну давай в меня лупани. Ого. Я аж прям прощелкнулся. Хорошо. Прикольный демон, мне понравился он. Так. Вот это чилипиздрик. И маленький. Кстати, будет интересно. Может все-таки... Представь, с одной скоростью бегать. Это будет прикольно. Давай. Один. Два. Три. Давай, чилипиздрик, беги. Ого, ты дал. Ты любую машину даже обгонишь. А ну давай, я тебя сейчас задамажу. Да, ну все понятно. Ну конечно, это ж твои дети. Батя всегда сильнее, есть такое выражение. Хыш. И хуш. По-любому будет одинаково бегать, давай с другим тестируем. Так. О. В эту девочку нельзя вселяться. А в эту? Можно. О, отлично. Мне даже, кстати, анимация рук одинаковая. Раз, два, три. Давай, девочка. Давай, наваливай. Неа. Ты быстрее меня, да, получишь? Да ты задрал меня мочить. Так, ну что, последняя забега. О, а что с ним? Амонгас. Амонгас. Амогу соберешь, Дим. Я сейчас тебя замочу. Я тебя сейчас замочу за него. Раз, два, три. Давай, Амонгас. Нифига себе нога. Твоя большая, как лупашит. А ну иди сюда, иди сюда. А как тебя бить, по ноге, что ли, подходить бить, или как? Где твой этот начинается хитбокс? Да ну где ты? Да ты задрал меня убивать! Если вы заметили, и напишите в комментариях, кто же оказался самым быстрым монстром Хендерсона. А если вам понравилась эта рубрика, и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и посмотри следующий ролик. Это сейчас.